Не-не-не-не-не, ложиться не надо. Ну встаньте на колесо. О, либо так. Да, вон между, вставай, посерединке есть место. Лёх, встань, Лёх. Лёх, тебя не видно. Во! И руки вверх, а ребят, руки вверх. Не резина, блядь. Да как ходить, руки дайте, вверх. Раз, о, два. Офигенно. Еще раз, раз, два. Раз, два. А три где? Раз, два. Раз, два. Три не будет никогда. Я уже все мозги там парчу. Я, короче, приезжаю. Вот тут пожестче, тут помягче. Потом начал уже лица покататься, я просто меня дергался. Там рвется. Потому что мне вроде тут нормально, а вот тут именно дергать у меня. А у меня вот здесь нормально. Вот только вот не цепляет, вот смотри, вот когда вот сейчас, смотри. Видишь, что делается? Давай, давай, пониже, давай. Смотри, пониже. Опять же! Опять на 100 тысяч, да? Звоним Зине. Ночью вы не видели этого. Лёх, мои два ключа на 19, сейчас тебе махнём. Человек-легенда. Я с ним не знаком. Ну и списков его вычеркиваю всегда. Константин, можете с ним брать его уже? Оп! А чё, все сфоткались, да, обратно познали? Ну идет, видишь, без проблем.
Ты спускался, у тебя там жопу затаскивала, да? Да, я честно, я хотел развернуться вот такого камня, потому что там лес. Давай с той стороны. Ну, попьет, ничего страшного. С этой стороны надо страховать. Пенек, возьми. Не, в какую сторону когда едем? Другую. Не, в обратку. Ну, в обратку крути, в обратку. Не, сейчас он прокрутит. Пока как-то раз не встретился с тобой. Ты меня обворожила. Ну, вот и караоке пошло. Заборы предложила. Ремонт начался. Напитков много разных было. Ты меня в ту ночь уговорила. Хали-гали. Hey! Пара-трупер. Hey! Нам с тобой первый было супер. Бухали. Виталик. Виталик. Но ты с залом. Да, вижу. Так, что, откуда крутим? Смотри. Смотри наружу. По направлению. Или просто. Леха, это первый раз, когда ты приложил свой палец. Ну, а так будет затягиваться. Да. Леха, я не знаю, куда надо. Фум-ленту. Ну, фум-ленту как, то же самое. Ты сначала с этой начни, с этой. И в эту сторону крутим. С этой начни, Костян, давай. Тихо-тихо, подожди. Крути, Костян. Подожди. В другую сторону. Парни, в другую сторону, я тебе говорю. Давай, давай. По ходу движения колесо будет крутиться. Вот. Давай, потихонечку. Крутим. Цепляется. Давай потихонечку, Костян, широко, расправьте люди, чтобы широко было. Начинаем оттуда. Давай, пусть лучше набьется нормально. Стопэ, стопэ. Это же расходник. Подожди, стой, стой, стой. Транслятор. На аватарку можешь ставить уже. У меня знаешь сколько таких? Таких аватарок, да? Все выбрать не можешь, да? Как, да? Дим, обратно тебе сделаем. Смотри, какая дорога идет, наверное. Прям просит. Вот посмотри, вот до самого этого. Вот что по ней не брать. Мы могли по серпантину пойти, а ты на какой торец пошел. Я в торец пошел, вообще не. Посмотри, вот прямо до верха идет. Давайте на вот по этой дороге. Вот что мы, вот смотри, вот там идет дорога прямо вдоль. Чего мы не по ней не пойдем? Туда-сюда. Борус горы. Ты что, кепку-то одел? Поехали? Ты что, мы никуда не едем?
просто бурят. Да. Слушай, ну. А? Слушай, слушай, ну. Затем бурится сверху, попадаешь в него. Так. Протаскивается трос. Такой же, да? Да, такой же. Ага. Ну, все, и запускается пила. Нет, сперва отпиливается низ, ага. Он остается висеть. Ну, делают обычно 4-метровый. Угу. Потом отпиливается верхушка. Ну, сам торец. И он весь этот слот падает, да? И потом его отваливают. А далее внизу уже распиливают. А, вот как ровно. У меня два вопроса. Сколько дней вот это отпиливают? Пару дней. Пару дней. Это была нормальная дорога, вот так вот, шумели, мосты. Ну, они объективные. А, здесь что? Здесь не знаю, что здесь нет. Дорога насыпь была такая. Ну, а здесь уже остатки вот такие. Ну, он растаял весь или еще нет? Ну, уже да. Конечно, 12 со второго года. Вот это вот так видали. Ну, так природа, природа. Соответственно, и они вот поехали в Кармадон, он сел, кто говорит, в Ниву, кто говорит, на коне, они сели в Кармадон, поехали. Просто, говорит, все трясется. Он говорит, я вышел, и передо мной, говорит, стена 100 метров. Ну, вот его крайний дом, мы сейчас будем проезжать, увидите, самый крайний дом. Он говорит, я вернулся домой тоже, зачем? Военно-грузинскую дорогу, пересекаем ее и попадаем. Хотя осетины тоже говорят, что они строили башни. Но кроме ингушей я не хочу, там никакого национализма здесь нет. Вот. Гал-гай, вот мы, гал-гай, в переводе с ингушского, строитель башен.
Вот это слово даже. Вот, я говорю, ингуш, вот я Галга, вот у меня своя родовая башня есть, я знаю, вот я мы по дороге я вам ее даже покажу, вот, вот которую мой предок строил вот, башню. Только вот грузинские сваны и ингуши на Кавказе это строили. Дань, ты что, нас сзади будешь фоткать? А я куку джамбо, я-я-е. Так, а кто это у нас? Ес, да-да-да, говорит, наверное. Так, снимаем. Становись, становись. А за МКАДом немного народ вообще живет. Как не залезешь, а с него х**ешь. А вон этот, почему не идет? Дима или как? Не хотят. Готов. Уже залезли, пристегнулись, все хорошо. Вот в то время уже не строили. То есть это прорези? Это кресты. А, это кресты. Да. Ага, понял. А, то есть вот это и есть кресты. Да. То есть это есть родовая башня, то есть это вот те кресты, про которые... Ну да, уже вот это, когда уже приближалось, да, к этим. Отсюда вы приближались. Полдня будет. Ну, лишь одноразово. Раз, понял. Ну, дожди, если прыгнул. Вариводин, Глеб Вариводин, 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 да, я с ним на столовую гору поднимался. Там наверху похоронен наш поэт, ингушский поэт Идрис Базёрский. Из тьмы веков, наверное, читали кто-то? Никто не читал? Как? Из тьмы веков читал. Там кто-то? Это вот там высоко-высоко домушка. Да. Ну тут горело что-то видно, да? Ну да. Это все крыши, да? То, что но без эти крыши, это все сожженные. Полубоевые, да? Боевые бои. Ну их около 10 штук. Здесь прошла первая служба за это, здесь период вот в этом храме. Вот, она построена в 8-9 веке по приказу грузинской царицы Тамары. Это первый, самый древний христианский храм на территории нашей Российской Федерации.
Чего ты? А что такое? Два не работают. Четыре. Я как Полярис. Да. А вот домик стоит. А у нас не в оркестре. Ну да, вон. Дима третьего видим, больше никого.
теплая. Вот это бодрячок. Какой бы подняться? Тёплая, да? Я-то знаю, сколько раз мы переворачивались. Давай, и парни переворачиваются, какая разница? Просто край надо узнать. В клею попало, да? Ну, да. На спина, я сказала, спиной. На спину, да. Один раз? Да, я просто напрыгнула. Двоих нас и поварить хотя. Он спит уже, у него нас. Потом черешь. Какая-то волна. Так, давай, девочки, вот это. Водопадки какой-то. Прям рядом. Костя, мне макароны наложу, не могу уже. Отрежь мне кусочек еще. Я говорю, хватит. Нет, клади, я просто не солю. Не солю, нет. Ешь. Бульон ты не ел. Ешь, Димон. Идет, он нормально. Жень, это курицо классное вот такое. А он тащит его. Да? Понял, что мы над пизиноем. По песку, знаешь, он так просто был тяжело. Это что, водохранилище? Помнишь, Дима? Нет, это озеро. На Эльке есть. Я на Эльке. Нет, если только на Эльке. На Эльке 30 километров. Я на Эльке. Thank you.
легенда, время прошло. Это что, Дагестан сюда? Это все Дагестан, да. А вот то, что а где границы стоят? Вот граница. Вот здесь? А где пограничники? Вот это вот гора. Но мы же в России там находимся, ребят. Россия. И пограничники. А вот это с ледником, это что за гора? А? Вот это с ледником, это что? Как 2600. Это ледник, да? Вот где? Вот прям. Метра, да, у них. Они большие, они большими растут. Просто сюда скотину выбрасывают, а-а-а, они под нее сюда охотятся. А это кто, орлы или кто? Нормально, 2000 лет, парни, мы могли вам там отшарить. Догрызать. Чего этих плохого? Тебя там в шлеме приняли бы за инопланетную. Нет, а мы это не разговаривали. Я ничего не знаю, Серёг. Только я. Только пару слов. И что за на***? Да, там ливень вообще. Ага, в любого отменили. Погоду, смотрю, двигаться нечего. В любого отменили, то да. Пляжный. Технику. Постоянно Поларис от наших такой уже потом сейчас видел. Так что я бы не стал говорить, знаешь, что там Поларис это недорого. Дима, да, Дим, дайте сюда, пожалуйста. Трещотками быстрее. Вообще другие люди, другие взвилы сидят. Работы, да, там женщины, дети. Слушайте, ну красота, да? Такой потрясающий край. Болтаем. Да, Костян? А? Удивительный край, удивительные люди, вообще другое мировоззрение, слушай, другая ментальность. Смотри, как сильно отличается Дагестан, да? Другие горы. Лесов и этих нету. Лесов нету, да?
Давайте там охранник стоял. Вот там вот ее где рубили, да? Да. Пиздец, у тебя намотана, блядь. Пока дойдешь с того края на этот край, уже уебешься. Ну, хорошо, чё. Стой, стой, обратно. У тебя пиздец там все напутано, ёптуна. Еще раз, да. Вот, стой. Давай, тяни, да тяни на себя, тяни. На, ты тебе. Иди сам. Хоть пизда, рядом. Да. На тормозах, на паркинге. Аккуратно, отойди оттуда, Дим. Уйди оттуда, Дим. Дима, Дим, отойди оттуда, Дим. Отойди сейчас. Ну, сухой. Ты давай, давай, тащи еще. Сейчас вот так. Все, давай вот это сейчас разломаем. Что, достаешь? Подожди. Вот это допили мне все, блядь. Освободи, думаешь? Да. Да, да. Ну, осторожнее. Вот то сейчас пополам это сломаем. Так, да, где-то, а что такое, а что ли? Пиздец, она воткнулась, смотри. Ее можно было, это. Нихуя себе, блядь. На технике ее, на скорости. Нормально, воткнулась. Нормально, да, так сверху? Подай вперед. Все, клетел. Вперед подай. Вперед чуть-чуть подай. Назад. В другую сторону. Хуевенько висит сейчас, он тоже нет. Все, стоп. Расслабляй! Расслабляй, блин, да зачем? Все. Он не знает, куда расслаблять. Давай, все, зажми. Не знает, куда нажимать. Так, ну объехать сможем вот здесь. Сейчас, не надо, расслабляй ребятку, сейчас стрельнет он. Расслабь ребятку, сейчас стрельнет. Или машина вперед дай. Машина вперед дай. Все. Вот видите, стой, прям стрелял. Все. Остановись, да? Блядь, это пиздец, блядь. Стой, стой, на парке. И выходи. Ну, пацаны, вы молодцы были, на привет. Thank you.
говорят, что с водворением на мечети закончилась война, что на мир, на землю чеченскую пришел мир якобы. Все, ладно, в этом уже хватит, я думаю. Мы так везде оставаться. Пока. Все. А ты куда? Ну я пойду, погляжу. На связи, да, если что. Раз протянул, нельзя было ступить. Так, все, Паша, давай. Приезжайте, увидимся. В следующем году теперь уже. Проблем нет. Все, счастливо.